Это у нас сегодня я приобрел на сельскохозяйственной выставке ярмарке вот такой вот росточек голубики. Это на самом деле не чисто голубика, это гибрид голубики с черникой. Называется топ-хат. Какой-то новый сорт, очень интересный. Не высокорослый, среднерослый, но он разрастается достаточно широко. Вот мне такой бы подошел именно вот как раз вот сюда, на эту маленькую деляночку. На этой деляночке у меня не принялся Blue Gold, сорт высокорослой голубики. Вот это я хочу сейчас аккуратненько посадить. Для этого мне надо извлечь его из горшка. Видно, корни достаточно такие хорошие. Но надо чуть-чуть немножечко расправить их, немножечко порвать, не сильно. В прошлый раз я как-то, видимо, слишком сильно это сделал. В этот раз совсем буду чуточку делать. Даже, наверное, с трех сторон только вот так вот чуть-чуть проковыряю, чтобы они лучше прирастали, распушить. А это у меня специальная грядка, подготовленная еще для тех голубик. Ну и сейчас просто ее прикопаю. Грунт у меня уже готовый. Здесь и садовая земля, здесь именно кислый торф. Здесь опилки еловые, сосновые, хвойные опилки. Хвойный опад, некоторое количество песка. Прижать. Влажность здесь достаточная. Полив тут достаточный. Прижать надо обязательно со всех сторон. Грунт для голубики очень воздушный. Ну, в общем-то, вот и все. Посадка завершена. Вот. Останется только немножко полить. И все. Это вот предыдущие голубики. Корни остались. Ничего страшного. Вверху положу. Хуже не будет от этого. Вот, в общем-то, и все. Посадка голубики у меня закончилась. Грунт влажный. Дождь прошел вчера. Может быть, сегодня тоже полью. А на этом пока все.